нас в городе Волске очень знаковое событие. Проходит третий турнир по казачьему кинжальному бою. Это очень важно для города Волска. Почему? Потому что в наш город приехало 7 команд. Это Зеленодольск, Альметьевск, Имеково, Кокшайск, Канаш. Казачий кинжальный бой отличается от ножевого боя в том, что кинжал, он подлиннее, чем нож. 40 сантиметров кинжал. Поэтому это в Волске впервые такого уровня мероприятия, и было очень интересно. В каждой команде минимум 10 человек, это получается около 100 участников. Есть девочки, есть мальчики возрасту 11 лет и до 50 лет. Последняя категория была 45+, то есть тем, кому за 45, было 5 участников, в том числе и я.